Сегодня нам предстоит стать со стеной одним единым целым. И чем больше мы будем с ней единым целым, тем выше наши шансы на выживание. И на то, что мы сможем выйти живыми из этой непонятной игры. Мы находимся в каких-то четырех стенах. Очень походит на мою квартиру, которой у меня нет. Ладно, забегаем вот в это место, где написано черный. Click to open. Хорошо, открываем. Ясненько. Это все объясняет. Нам нужно не умереть. Побежали. Я не знаю, куда нам нужно бежать, но бежать нам нужно куда-то туда. Нет! Уходи, спаункемпер! Нам нужно поймать тайминг и свалить с этого места, пока не стало слишком поздно. Все, побежали. Какой-то странный хоррор, интересно, что же люди в нем нашли? Первая кисточка была успешно найдена. Ох ты ж, мы нашли проход. А, вот отвертка. Мы отверткой разобьем это стекло. Оно не разбивается. А вот та самая вентиляция, которая нам была нужна. Паркур, любопытненько. Паркур, паркур, новое движение, пульс самовыражения, молодежное течение. О, красочка. А вот и следующая дверь. Открываем ее. О, красочка. Берем ее. Ох, какие же мы желтенькие. Как же меня бесит этот спаункемпер. Ну ничего, я прорвусь, несмотря ни на что. Ну все, вот и конец. Пробегаем сюда. Ой, кто-то разбился перед моими глазами. О, пробежал. Так, что здесь нужно дальше делать? О, еще одна дверь, халява. Здесь тоже нужно что-то делать. Тоже куда-то бежать. Какая-то матрица. Куда я вообще попал? Что здесь вообще происходит? Что-то в этом мире странное происходит. Непонятное такое. Все на месте бегают. Ага, синенький. Все, забегаем. Теперь, когда у нас есть пила, пришло время разделаться с этим монстром. Нет! Не хочу быть шашлыком! Только не шашлык из кабрятины! Я почти сам до успеха дошел. Значит, я. Ага. У меня чуть не работает. Ничего. Пряши. Я никого вообще не вижу. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь.